Всем привет, вот там вот, вот там лось. Малой и мамка стоят. Где-то тут будем первую загонку делать. Приехали вот с Владом, с Васей. Вот Вася, вот Влад. На загонную. Сегодня у нас вроде взрослый лось есть. Сигалетки там, ну и кабаны, козы, как всегда. Сейчас всех ждем, записываемся и идем охотиться. А лоси никуда не уходят. 200 метров стоят. Смотрят, как будто знают. Рога есть или нету? Нету. Я не вижу. Пошла. Пошла лучше. Я бы сказал, может, что это... Может, есть рой. Может, это бычок какой молоденький. О, пошел его. О, здоровый шел. Две больших. О, третий. Смотри. А, третий, о, точно, третий. О, три. Вот третий. Это тоже великий. Это лось, да? Нет, тоже рогов нет. И третий великий. Куда? Большие. Все-таки там было три лося крупных. Первая загонка. Мы немножко в другое место все-таки переехали. Вот там болото. У меня тут практически прострел. 360 градусов. Тут посередине поля стою. Ну, тут может любой зверь выскочить. Практически, ну, кабан, только маловероятно, конечно, что пойдет по чистому полю. Сегодня я с нарезным. Поэтому, в принципе, мне посередине поля и поставили. 308 калибр. Винтовка League of Arms. ЛА-102. Ветер хороший, на загон, мне в спину. То есть, возможно, сюда зверь какой-то и выйдет. Будем стоять, ждать. В косулю, по крайней мере, на этом поле ночью мы сюда приезжали. На ночную охоту было много, поэтому, ну, косуля может выпрыгнуть где-то. А возможно, и лось выйдет. Ну, будем надеяться, что зверь на нас выйдет, и вы увидите интересное видео. За дамбой в болоте внизу, здесь вот передо мной, дамба идет такая, метра три высотой. И за дамбой они будут идти между реки и дамбой, загонщики, вот так вот гнать, вот так вот мимо меня. А номера, вот где этот березняк примерно, так вот будут перекрывать. Северная. И кряк вы слышу, связи тоже есть. Хорошая такая стайка. Тут нельзя охотиться на утку, тут зона охоты на копытных. Фу, ничего себе, они возле меня тут уже минут 20 сидели, эти куропатки. Обалдеть. 3 минуты. Услышано.
Стрелял по косуле, вроде попал. Стоит лошадь вроде. Самка, самка. Не наш клиент. Пошла вдоль. Самка молодая. Без телят. Молодая лосиха без телят. Не наш клиент. Найти бы еще эту косулю, да? Куда она тут побежала? Ну где-то тут я в нее стрелял. Где-то тут я в нее стрелял. Так, косуля лежит. Косуля лежит. Косулю нашел. Так, ну что, можно сказать, что мне удача улыбнулась в этом загоне. Я видел лосиху молодую. И как только начался загон, я даже еще расслабленный присел на корточки возле карабина. Выскочили вот с этой травы три косули. Ну, так прицелился нормально, в одну стрельнул, попал хорошо по месту. Она, в принципе, чуть отбежала и в канаву легла. Отлично, с поля меня. Ну что, второй загон, и опять я на поле стою. Небольшие кустики, есть заход. Я буду по краю идти, короче. В корчи не полезу, а вы занимаете все корчи. Загон небольшой, но есть заходные следы лося. Посмотрим, успел он выйти или нет. Понял, что вообще не стреляем, все.
коза пошла в загон. Коза пошла в загон от вас. Кабана не видно, это по козе. После выстрелов кабан пошел по загону вперед. Я слышал, как он трещал напротив меня. Он шел туда, в сторону номеров, кабан. Мимо меня он прошел, как далеко зашел, не знаю. Загонщики далеко ушли от того места, где ты слышишь его? Да, уже 200 метров прошли. Шо, все, вы вышли? Лиса идет. Лиса! Нормальный кабан. Саня! Первый! Поздравляю! Поздравляю! Это преподниму, Саня! Кабанище! Пыжик, молодец, выгнал кабанчика. Ай, ты его хорошая собака. Хороший кабан, выстрел хороший. Ко мне! Ко мне! Понял, в этот? Сережа. А-а-а. Все надо прицеплять. Да. Сколько, года два? А так не определишь, по рогам не определишь. Сколько лет. Ну, трофей, конечно. Во, три, видишь? Ого, а это серьезный отросток. Я тебе знаешь, что скажу, что он не молодой. У него, видишь, это самое толстое основание рога. Он точно не молодой. Ну или старый. Ну или старый. Зробили, хоч борт відкривається, да. А такой мохнатий. Он так согнувся. Смотри, какой он мохнатий, бляха-муха. А он кучера вийшов. Рибу готовить. Давай, чуть опусти. Зачем? Кого? Ти ж не достанеш до этого. Коро! Коро! А зараз будь немного откинуть було. Процесс идет. Здесь косуля, там лось, там кабан. Отличная охота сегодня получилась. На меня прям в двух загонах зверь выходил. А! Яйца будешь готовить? Не, это я добытчику. А, ты ему завезешь? Добытчику тебе, ты ж добыл. Я не умею готовить. Взял на сковородку, пожарил и съел. Короче, промазал по лесе, ну ничего страшного, не всегда ж попадать. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал, увидимся в угодьях. Охота сегодня отличная, до обеда. Счастливая пуля из кабана. Кому?
Быстрее, Володя, где? Это его. Ты где? Так, это кому? Это Лисаха добровольцы. Бля. Ну это ты кому? Куни. Где? Блядь, вот это. Аккуратно, аккуратно. Кому? Кому? Андрейко.